Оказывайтесь рядом. Итак, я включила запись. Надо забирать. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как мы сегодня с вами работаем. Вы вообще врубились, как мы с вами сегодня работаем? У меня за спиной идет экран. И у меня да, за спиной есть что-то вы. Что-то такое особенное. Вот я сзади. Себе такое ноу-хау. Да. Во-первых, качество звука шикарное. А во-вторых, всем привет, мои дорогие партнеры, круизеры, любители путешествий. Мы сегодня с вами поговорим о нашем замечательном, потрясающем бизнесе, о том, что мы несем в этот мир, потому что, невзирая ни на какие локдауны, наша компания наша продолжает расти. Сейчас я чуть-чуть уберу звук. Наша компания продолжает расти, и цифры за прошлый год, все вы уже знаете, за прошлый месяц, плюс 250% роста. Вы можете себе это представить? Фантастика. Вот. Поэтому я вас с этим поздравляю. Невзирая на пандемию, мы растем, и к нам приходят новые и новые люди. И вы знаете, вот реально уже чувствуется, что люди уже устали от этого всего, и границы будут открыты. Не туда, так туда. Вон Саша принесла хорошую новость, что будет открыта у нас Португалия скоро. Я, кстати, тоже об этом меня информировали в туристическом агентстве, что будет открыта с 15 мая Греция, Кипр, Португалия, потом Испания и Италия. Может быть, Италия будет чуть позже после Испании. Поэтому всем привет! И сегодня будем знакомиться с нашей потрясающей компанией, которая нам позволяет не только путешествовать по всему миру, а еще и путешествовать за свой счет, дарить нам эти самые бесподобные рекламные круизы и оплачивать все наши усилия по продвижению этого потрясающего бизнеса. Итак, вы знаете, мы, как правило, начинаем презентацию, и мы так думаем, ага, все вокруг понимают, что такое круизные линии, что такое круизные лайнеры, оказывается, нет. Это для нас уже с вами стало привычным, а для остальных людей нет, это непривычно. Они не знают, что такое круизные линии. Так вот, круизные линии – это владельцы круизных компаний, которые производят круизные лайнеры, которые их оснащают, утилизируют, которые занимаются полностью их обслуживанием. И круизные линии – это те компании, которые занимаются продвижением этого, так сказать, вида отдыха. На это тратят огромные деньги на эту рекламу. Да? Они тратят около 300-500 миллионов долларов в год для того, чтобы привлечь внимание новых путешественников. Вот. А наш круизный клуб был создан компанией, был создан Майклом и Фрэнком для того, чтобы мы сами рекламировали, продвигали этот потрясающий вид отдыха. И нам за это поэтому очень щедро платят. Вот. Итак, круизные линии – это обладатели, владельцы, производители круизных лайнеров, вот этих шикарных лайнеров, которые вы у себя видите. И вы знаете, в чем огромная выгода путешествовать через наш клуб? А выгода, прежде всего, состоит в том, что мы, оказывается, можем выбирать любой из этих потрясающих лайнеров, выбирать любой маршрут, выбирать себе круизную линию, которая этими лайнерами владеет, выбирать количество дней, выбирать, откуда нам отправиться, порт отправки выбирать. Понимаете, у нас потрясающая база круизных лайнеров на нашем сайте, у нас потрясающая база маршрутов, более 5000 маршрутов. И вот у нас такая огромная привилегия изначально выбирать любой из этих 5000 маршрутов. Вы можете себе представить, какое-то огромное преимущество, потому что, ну так вот, если разобраться, то фактически у нас подзарядка отходит, у меня разряжается компьютер, не могу понять, в чем дело. Поэтому это огромное преимущество, потому что если вы захотите заказать себе круизный отдых через туристическое агентство, вам туристическое агентство не сможет предоставить такое многообразие. Это первое. Конечно же, они не смогут вам предоставить цены. Естественно, такие, как у нас, естественно, они вам предоставят только лишь определенный, так сказать, ассортимент вот этого потрясающего отдыха, да, потому что у них определенное количество договоров. У них для того, чтобы получить доступ, опять-таки, к этим потрясающим круизам, им еще нужно что?
иметь какой-то, какой-то эксклюзив. К сожалению, или к счастью, может быть, для нас, да, такими возможностями пользуется только одно один туроператор в Украине и платит за, эту, за лицензию, за доступ к такой базе огромные деньги, десятки, около 10 тысяч долларов. Да? У нас эта база изначально безоплатна. Да, у нас туристы пользуются нашей базой безоплатно. То есть это одна из самых первых степеней выгоды путешествий через наш круизный клуб. То есть человек присоединился к нашему клубу, никому ничего не заплатил, получил бесплатный доступ к нашей круизной базе и выбирает себе любой круиз, любой маршрут, отправляется в путешествие. Я уже не говорю о том, что он изначально уже экономит деньги, потому что на нашей базе находятся все эти круизные маршруты по цене, которую предоставляет круизная линия. И вот здесь вот самый интересный момент, потому что цены у нас, в принципе, практически паритетные, да, почти одинаковые. Но разница в том, что цена и стоимость – это разные вещи. И для нас, как для партнеров, для членов клуба, существует другая стоимость вот, этой, вот этого круиза. Потому что у нас существует потрясающая партнерская программа, в соответствии с которой у нас один круизный доллар приравнивается к двум американским долларам. Соответственно, те цены, которые мы видим в, у круизных линий, они у них представлены даже не в долларах, а в евро, а у нас они представлены в круизных долларах. То есть, понимаете, это так называемая наша, извините, пожалуйста, но все-таки скрытая, скрытая скидка уже изначально для наших членов, для наших путешественников нашего клуба. Поэтому даже если вы присоединились или решите присоединиться к клубу сегодня, вы уже через 2 недели можете заказывать свой круиз, доплатить банковской картой, и все равно для вас это будет намного выгоднее, чем вы это сделаете через туристическое агентство. Получить вот эти 33 удовольствия, побывать на таких роскошных лайнерах, которые представляют собой целые города, с фонтанами, с садами. Это различные категории круизные лайнеры, это различные вид отдыха для детей, без детей, рассчитаны на взрослых, на романтические парочки. Это огромное разнообразие, как я уже говорила, 16 круизных линий, к нам недавно добавилось еще 3. Это круизная линия «Река-море», это «Crystal», «Avalon» и «Virgin Voyages». Поэтому ассортимент у нас расширяется, вы видите на, это, на этом видео, какие, что из себя представляет круизный лайнер, и те люди, которые боятся замкнутого пространства, я думаю, уже избавятся от этого ощущения, потому что здесь никакого замкнутого пространства нету. Что касается качки, то, соответственно, тоже, потому что если под куполом работают акробаты, или это цирк Дю Солей, или это балет на льду, то вы можете себе представить, что никакой качки там быть не может. Современные лайнеры оснащены системой стабилизации волн, и поэтому, если это небольшие волнения, то, соответственно, они не чувствуются, а если вдруг непредвиденные, так сказать, погодные условия меняются, то современная система навигации срабатывает таким образом, что капитан получает эту информацию заранее и меняет свой маршрут. Поэтому с этим вопросом, по-моему, все понятно. Те люди, которые боятся качки, не бойтесь, никакой качки там нету. Семьи, которые привыкли отдыхать, хотят отдыхать, вернее, с детьми, но они думают, выбирать один раз отдыхать с детьми, а второй раз без детей. Хочу вам сказать, что здесь на круизных лайнерах у вас есть возможность 2 в 1 осуществить мечту, да? Отдохнуть и с детьми вместе, и вместе с тем отдохнуть и от детей. Потому что для детей предусмотрены свои программы, они будут заняты у вас целый день при желании, да? Потому что для каждой категории детей есть, для каждой категории детей есть свои коучи, они разделены на группы по 5-6 детей. Для них специальные палубы, где они, их могут и вовремя уложить спать, и накормить. У них своя развлекательная программа. И, как правило, если ребенок туда попадает, то многие говорят: папа, мама, вы там нас оставьте, а мы тут заберете нас последними, хорошо? Потому что для них это очень увлекательно. И это огромный, огромный посыл к дальнейшему развитию ваших детей, потому что они получают такой пуш к тому, чтобы изучать языки, к тому, чтобы изучать какие-то традиции новые, к тому, чтобы изучать географию, к тому, чтобы просто расти, а не тыняться где-то непонятно где. Поэтому добро пожаловать в круизный клуб, в семейный круизный клуб.
сюда присоединяются семейные пары с детьми, которые хотят путешествовать. И хочу вам сказать, что через наш круизный клуб с детьми можно путешествовать до 14 лет безоплатно. То есть дети до 14 лет на некоторых круизных линиях, на некоторых до 16 лет путешествуют безоплатно. По различным видам круизных линий, круизных лайнеров мы проводим отдельные занятия, где вас знакомим с так называемым нашим продуктом. Да? Но хочу, чтобы вы понимали, что это тот отдых, где вы сможете отдохнуть, увидеть максимально возможное количество интересных мест. За один круиз у вас есть возможность увидеть 6-7 городов, 3-4 страны. И таким образом за 5 лет с нашим клубом пропутешествовать практически по всему миру. Это фантастика, по всему миру путешествуя, открывая, не уставая, а наоборот, находясь в атмосфере всеобщего релакса, вдохновения, радости, такого всеобщего счастья. Вот. И хочу вам сказать, что круизный отдых – это именно тот отдых, который нам позволяет, может быть, упрочить даже какие-то семейные отношения, познакомиться с новыми людьми, получить массу новых эмоций, какие-то навыки, пройти через какие-то мастер-классы. Знаете, иногда задумаюсь, что думаю, боже, ну вот для какой категории людей вот вообще мы предлагаем подобное, так сказать, путешествие? Да практически для всех. Для тех людей, которые любят путешествовать и хотят путешествовать больше. Для тех людей, которые хотят, так сказать, побольше проводить время со своей семьей. Для тех людей, которые хотят быть социализированы, а не одиноки, пожалуйста, сюда. Для тех людей, которые хотят встретить свою судьбу, пожалуйста, сюда. Для тех людей, которые хотят познавать мир и еще и получать какую-то, так сказать, выгоду от этого, тоже сюда. И для тех людей, которые ищут свою занятость в интернете, пожалуйста, сюда, потому что это именно та компания, которая предлагает все это в одном. Развивать наш бизнес можно, сидя на песчаном берегу, скажем, там где-то на Бали, или же находясь у себя на кухне во время локдауна, ожидая, пока откроются границы. Здесь все возможно. Главное, чтобы был интернет. Для нас не обязательно, чтобы были какие-то офисы, главное, чтобы был интернет. Вот и все. Вот. Поэтому, вы знаете, можно сказать, что это не бизнес, а мечта. И поэтому сюда, здесь, в общем-то, можно в нашем клубе найти себя любой категории людей. И любая категория людей. Вот хочу, параллельно у меня демонстрируется новый круизный лайнер MSC Magnifica. Вот, я думаю, что многие партнеры нашего клуба уже заказали себе круиз. Я хочу, чтобы вы увидели, какой у нас новый порт в Саутгемптоне. Порт отправки, именно морской порт, новый терминал там был модернизирован. Знаете, время пандемии еще ничего не означает. То, что нас с вами оберегают от того, чтобы мы посидели дома, чтобы мы не заразились, это одно. Но круизная индустрия не стоит на месте. И хочу вам сказать, что за период вот этого локдауна, карантина, кризиса, который у некоторых есть, да, круизная индустрия продолжает спускать на воду новые лайнеры. Вот это один из них, MSC Magnifica. Честно говоря, так не, ну, грандиоза, как Таня говорила, Seaside, MSC Seaside. Из этой серии MSC Seaside, MSC Sea View. И в прошлом году вот в этом году спустили на воду уже MSC Seashore. Это три сестры, три лайнера, три сестры одной, так сказать, фамилии, из одной семьи. Вот. И хочу вам сказать, что они не простаивают. И в этом году у нас появилось в нашем поисковике 20 новых круизных лайнеров. Вот один из них. Ну, посмотрите, какая красавица. Ну, просто красавица с футбольными, баскетбольными полями. Вот. А скромненькое такое, не знаю, не грандиоза там, да, а просто Magnifica, Splendida. Это новый лайнер, который в этом году спускается на воду, уже спущены на воду и отправились уже в путешествие. Единственное, что мы ждем, пока для нас будут уже какие-то обыгранные моменты в плане участия нашего передвижения в страны, откуда отправляются круизные лайнеры. То есть, что бы там ни происходило в мире, круизная индустрия продолжает развиваться. Хочу сказать, это самая богатая отрасль туризма. Это самая гибкая отрасль туризма. Это самая продвинутая, самая репутабельная.
Потому что то, как себя зарекомендовали круизные линии, круизная индустрия во время пандемии, знаете, это заслуживает отдельного уважения, потому что именно во время локдауна, именно во время первых случаев, которые случались тогда, да, круизные компании повели себя очень достойно. Мало того, что они продлевали путешествия туристам безоплатно, они еще компенсировали всевозможными способами, так сказать, причиненные моральные неудобства. Если вам не удалось спуститься во время вашего путешествия, скажем, на берег и побывать на экскурсии в той же Барселоне, да, за это компания заплатила по 100 евро неустойки каждому пассажиру. Если вам не удалось спуститься на берег и посетить какие-то достопримечательности в Риме, в Чивитавеке, да, вам компания заплатила 100 евро каждому пассажиру. Если не удалось вам вас вовремя высадить, чтобы вы отправились домой, скажем, из того же Рима, порт Чивитавеке, и круизная линия вынуждена была вас доставить в другой порт, скажем, в Марсель, то круизная линия вам за свои средства купила билеты и отправила вас, наших пассажиров, наших туристов в Киев, обеспечила трансфером. Вы понимаете, какой степени вообще, степени высокой культуры, круизной культуры, культуры бизнеса, культура обслуживания пассажиров, мы говорим, это самое-самое-самое, что ни на есть, высшая точка пилотажа, понимаете? Поэтому, вы знаете, я, конечно, понимаю, что те люди, которым мы рассказываем об этом виде отдыха, об этом виде даже бизнеса, они говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Потому что, к сожалению, наш мир устроен был так, что сложно было поверить в свои мечты, что мечты могут сбываться. Вот, но вот спасибо Майклу, спасибо Фрэнку, это наши два соучредителя нашей компании, которые дали всему миру такую возможность. Потому что хочу вам сказать, я сегодня презентацию не буду проводить по слайдам, наверное, но хочу вам сказать, что не такое уж большое количество людей во всем мире путешествует в круизах. Первоначально проект был рассчитан на жителей североамериканского континента, на Канаду и на Соединенные Штаты Америки, конечно же, на Европу. Но никто не ожидал, что это получит такое большое распространение на территории бывшего СНГ, в частности, в Украине, в том же Казахстане там, и так далее. Да? Но так получилось, что именно вот так вот взрывной волной инкрузы стал развиваться уже в этих странах, и хочу вам сказать, это на удивление, Казахстан – страна, в которой нету моря, даже огромное количество партнеров. И я считаю, что это просто огромная заслуга этих людей, наших партнеров, которые приглашают, строят там свои команды, потому что они дали возможность сотням, тысячам своих соотечественников, своих семей, членов своих семей увидеть этот мир. И мне это очень как-то так трогательно звучит, потому что мне удалось даже увидеть, и вот когда мы с Татьяной были в круизе по Средиземноморью, удалось увидеть вот этих вот пожилых женщин, которые приехали, понятное дело, из Казахстана, им все было в диковинку, да, они обеспечены, все было в диковинку, и они вот открывали вот эту возможность для себя, что заказать, что покушать. Это потрясающая еда, это огромное разнообразие различных блюд. Видите, как в точку попадает видео. Это потрясающая кухня разных, так сказать, направлений. И хочу вам сказать, что готовьтесь к тому, что если вы отправляетесь в путешествие на неделю, значит, нужно идти в зал, заниматься в зале, плавать, иначе это отразится лишними килограммами на вашей талии. Или танцевать ночь напролет, что там тоже есть. И когда люди спрашивают или говорят, слушайте, говорит, а как там с едой? Это за это, наверное, надо платить? Нет, за еду платить не надо. Еда 24 часа в сутки. Причем еда потрясающая. Это у вас может быть либо фудкорт, так называемый шведский стол, где у вас будет сервировано все, что вашей душе угодно. Сейчас в связи с новыми правилами, с новыми протоколами безопасности обслуживания пассажиров, вам даже предварительно могут накрыть на стол, даже на шведских столах накрывают на стол. У вас может быть даже в телефоне загружена аппликация, такое приложение, в соответствии с которым вы даже можете выбрать
уже определенные блюда. Это вас не ограничивает в выборе, конечно, но тем не менее какие-то блюда, которые вам особо захотелось бы попробовать, они будут уже сервированы у вас на стол. Помимо этого шведского стола, за вами будет закреплен ресторан, в ресторане а-ла-карте стол, и придете вы или не придете, ваши места будут сохраняться, вы можете прийти туда и сесть за столик, достать меню, посмотреть, что там везде проставлены нули, и выбирать, это хочу, это не хочу, это мне понравилось, принесите мне еще. Вот приблизительно вот таким образом происходит обслуживание питанием на круизном лайнере. Практически это 24 часа в сутки. Причем рестораны расположены таким образом, чтобы до ближайшего ресторана у вас была возможность попасть в течение там, 5 минут. Можете себе это представить? 5 минут, и вы уже возле какого-то столика. И можете поглощать потрясающую пищу. С этим понятно, с развлечением это особая песня, потому что, как я уже вам сказала, там предусмотрены и акробаты, и цирки, и балеты на льду, и профессиональное шоу в виде, может быть, это цирк Дюсселей, может быть, еще что-то от профессионалов, хочу сказать, это очень нравится, это классно. И за такие шоу на земле, на суше приходится платить иногда больше, чем $100, 100 евро даже, да. А здесь оно у нас включено в наш круизный маршрут. И что замечательно, они не повторяются в течение вашего всего круизного путешествия. И хочу вам сказать, что я, например, небольшой любитель этих шоу, но тем не менее мне было очень интересно. Я случайно заглянула посмотреть, я там и осталась. Что касается других развлечений, там могут быть различные танцполы для любителей танцевать. Вы можете протанцевать там ночь напролет. Но утром, каждое утро вы приходите в новый порт и хочется увидеть, а куда же вы приплываете, заснять это все, запечатлеть это на пленку, запечатлеть это на видео, а потом со всеми делиться. Вы понимаете, в чем суть нашего, так сказать, членства и партнерства в этом клубе? В том, что нам просто вовремя нужно выйти, снять это все на наш телефон или на камеру, что у нас там есть под рукой, а потом делиться своими впечатлениями. Потому что мы делаем? Мы строим клиентскую базу для растущего количества круизных лайнеров, для круизных линий. За это они нам очень щедро платят деньги. И что мы делаем? Мы отправляемся в путешествие, потому что нас к этому мотивирует наш круизный клуб. Нате вам круизные доллары, давайте, едьте. Поскорее, потому что когда вы вернетесь, вы уже не сможете молчать. Вы уже начнете рассказывать об этом каждому. Мало того, привезете оттуда массу впечатлений. И вот за то, что мы делимся этими впечатлениями, нам очень хорошо платят. Ребята, вы знаете, вот честное слово, гениальный, простой, потрясающий проект, о котором можно только мечтать. Это та компания, с которой можно приходить сюда и работать долгие годы, потому что здесь огромные перспективы развития. И потому что, невзирая ни на что, мы продолжаем расти. Потому что у нас уникальный продукт, у нас самые низкие цены, у нас огромный рынок. Как я вам уже сказала, у нас мало людей путешествует. В Северной Америке всего 20%, в Европе 10%, а в остальном мире 2%. То есть вы можете представить, какой огромный рынок нам открывается. А если в среднем посчитать, то вообще всего 2% по миру людей путешествуют в этих роскошных круизах. Потому что они не знают, что это возможно. Потому что они не знают, что это доступно по их деньгам. Потому что они не знают, где это возможно. И вот наша задача, наша миссия – показать этим всем нашим потенциальным партнерам, ребята, вот, есть круизный клуб Incruises. И что бы там ни писали, ни говорили блогеры, но он растет, и количество людей увеличивается. И те люди, которые хотят разобраться, разбираются, присоединяются, путешествуют и зарабатывают. И это можно по совершенно доступным деньгам. И это возможно по совершенно по самым низким ценам. И нам за это еще очень хорошо платят. И мы соединяем фактически круизный лайнер с пассажиром и предоставляем возможность пассажиру выбрать из всего этого многообразия то именно, что ему хочется.
И мы позволяем вот с помощью нашей платформы помочь пассажиру, помочь этому клиенту понять, что оказывается перед ним на ладони весь мир. И что если он просмотрит нашу поисковую систему, то ему тогда удастся выбрать из этой поисковой системы любой продукт и показать это, показать мир своим детям. И отправиться не только по Средиземноморью, отправиться еще по Бразилии, по Мексике, по Северной Америке, Карибы, Галапагосские острова, Сейшелы, Мадагаскар, Маврики, Австралия, Новая Зеландия, Арктика, Антарктика от одного дня до полугода. И я попробую сейчас включить функцию показа экрана и показать вам, что, что из себя представляет наша поисковая система. Поисковая система у нас действительно уникальная, поэтому мне очень хочется, чтобы каждый партнер, каждый член нашего клуба это понимал, какой у него огромный выбор и какие у него преимущества. Итак, что из себя представляет наша поисковая система? Наша поисковая система – это так называемый круизный букинг, где вы видите, что вы можете выбрать любое из 5000 направлений, международных направлений. Сортировка у нас идет либо от ранней даты, либо от самой нижней цены. Мы можем выбирать любое направление, как вы видите здесь, да, это и Аляска, и Антарктика, и Австралия, и Багамы, и Балтик Кантрис, и Блэк Си, и так далее, и Центральная Америка. Все, все, что вашей душе угодно, но хорошо, я становлюсь на привычном для вас, для нас Средиземноморье. А вот сейчас мы можем выбрать даже даты. Причем хочу вам сказать, что выбираются даты у нас еще исходя из того, что у нас доступ на 2 года вперед. Круизная линия, у нас их 16, плюс, как я вам сказала, еще 2 добавились, но мне все равно какие. И вот вы можете увидеть, как у нас срабатывает поисковая система. В режиме онлайн вы можете увидеть, что на сегодняшний день, например, я задала дату октябрь месяц, что на сегодняшний день можно выбрать на октябрь месяц. Я убрала количество дней от 1 до 5, хочу, чтобы мне сразу система предоставила. И вот прошу обратить внимание, вот здесь вот на этом слайде, вот он, да, предоставлен Mediterranean круиз от MSC Seashore. Это как раз тот новый лайнер, который в этом году начал свои круизные путешествия. Уже начал. И вот здесь даже нету фотографии, здесь есть просто графика. Потому что еще не успели фотографии сделать, да. Здесь вот есть, например, MSC Splendida. Вот сейчас мы можем открыть и посмотреть вот круизный лайнер MSC Splendida. Посмотрим, как... Это тоже один из новых лайнеров. И посмотрим, как нам система покажет, что же такое вот включено в этот круиз, да. Вот посмотрите, какая потрясающая цена. Цена... Прошу обратить внимание на внутреннюю каюту 751, так называемый круизный доллар. И какой у нас тут маршрут? 751 круизный доллар на двоих. И какой у нас маршрут? Маршрут у нас Генуя, Италия, Барселона, Испания в море, Касабланка, Марокко в море, Санта-Крус, это Тенерифе, Канарские острова, и Фончай, это тоже Канарские острова. И вот если вы хотите проверить, а что там дальше, мы смотрим, ага, а действительно ли это на два человека? Да, видите, вот первоначально, изначально, априори, кабина, у нас показывается цена на два человека. Для того, чтобы посмотреть, что там происходит дальше, мы смотрим, выбрать кабину, и нам система показывает, какую кабину мы выбираем. Знаете, вот в связи с этим всегда напрашивается вопрос, когда говорят, слушай, это какая-то пирамида, какая-то фигня, что-то там непонятное, да? Booking-система, Booking Engine у нас работает в режиме онлайна. Вы понимаете? Вот смотрите, 750 круизных лайнеров. Посмотрите, какая прекрасная кабина, достаточно большая. Здесь и шкаф большой, и вместительный, и так далее. То есть вот таким вот образом у нас срабатывает наша поисковая система. А теперь я вам хочу показать, какая же все-таки экономия. У нас наш сайт... обустроен таким образом, что он нам еще показывает экономию на круизах. Вот. И хочу вам сказать, что это очень действенная штука, потому что сразу система показывает. Например, вот у партнера нашего клуба экономия 5675
обычных долларов на трех круизах. Вы понимаете разницу? Вот. Но у меня лично, вот я заказывала сейчас Средиземноморье, вернее, извините, греческие острова, и моя экономия составляла у меня 1300 долларов всего лишь на одном круизе. То есть можете себе представить, что это такое, когда мы вот таким вот образом заказываем наши путешествия через наш клуб. Я так надеюсь, что у меня эта самая функция показа экрана уже остановлена, и теперь я немножечко покажу вам наши слайды, потому что это уже будут такие вот более конкретные моменты, которые вам покажут, что такое круизный доллар. Итак, если вы решили пропутешествовать в этих роскошных круизах, выбирать вот такое огромное количество и получать вот такой фантастический отдых, путешествовать дешевле, экономя собственные деньги, у вас есть возможность присоединиться к нашему клубу просто как путешественник. И что мы делаем? Мы активируем свой круизный счет. Ничего компании не платим, как я вам уже говорила. А размещаем на этом счету 100 долларов, которые тут же удваиваются и превращаются в 200 круизных долларов. Таким образом мы себе накапливаем свои доллары на свое путешествие. Почему нам компания их удваивает, спрашивают, да? Да потому что компания хочет смотивировать нас побольше путешествовать, поскорее отправиться в круиз и, соответственно, поделиться своими впечатлениями. Итак, накапливая из месяца в месяц по 100 долларов, это для нас, для украинцев, это 2780 гривен, это чуть больше, чем 80 гривен в день. Не купить что-то ненужное, не сделать какие-то ненужные подарки, а сделать нужный подарок своей семье и приготовить их, детей, мужа, жену, папу, маму, к тому, что друзья. Рано или поздно мы с вами отправимся в круиз, поэтому давайте чуть-чуть, так сказать, будем немножечко сортировать свои ненужные расходы. Если нам не нужно что-то покупать, то давайте лучше отложим в нашу копилочку 80 гривен в день. И таким образом постепенно вы накапливаете себе на круиз, и через 3-4-5 месяцев у вас уже есть возможность отправиться даже не одному. И как вы видели из этой цены, которую я вам только что продемонстрировала, 750 круизных долларов на 2 человека, это значит сколько? Это значит, что вам нужно подкладывать по 100 долларов всего лишь 5-6 месяцев. Мало того, здесь еще есть секрет. Когда вы отправитесь в это путешествие, ваше последующее путешествие будет уже предоплачено. Да, у нас так срабатывает наша система. Отправляясь в первое путешествие, ваше следующее путешествие уже предоплачено. И не надо не искать здесь никаких подвохов. Это именно то место, куда приходят люди, которые хотят путешествовать постоянно. Если вы хотите пропутешествовать один раз, это не сюда. Знаете, мне очень понравилась фраза, которая прозвучала. Инкрузис для всех, но не все для инкрузис, понимаете? То есть если вы хотите отправиться один раз в путешествие, пожалуйста, можете отправиться в туристическое агентство. Но хочу вам сказать из собственного опыта, что даже если вы хотите один раз отправиться в путешествие, все равно у нас будет выгоднее. Огромный выбор, вы выберете то, что захотите, и заплатите в любом случае меньше. Экономия, наша экономия, которая предусмотрена у нас в кабинете, они все это демонстрируют. Итак, вы выбираете любой маршрут, отправляетесь в путешествие, экономите собственные деньги, и вам это очень нравится. Но хочу вам сказать, что в нашем клубе есть еще вторая степень выгоды – это быть бесплатным путешественником. И если многие скажут, ну это какая-то уже ерунда, это точно из мира фантастики – нет, это не из мира фантастики, но эта возможность предоставляется не сразу и не просто за красивые глаза, а за то, что вы уже присоединитесь к нашему клубу не только как путешественник, а как партнер, то есть человек, который желает еще и рекламировать наш клуб. И за определенные усилия вам компания подарит эту возможность. Вам компания подарит возможность путешествовать в так называемых рекламных круизах. Да, это рекламные круизы, которые нам дарится компания после того, как мы пригласили в клуб всего 5 человек. 5 клубных подписок. Знаете, вот что бы уже ни открывала, везде смотрю уже. Пригласи друзей, получи скидку. Значит, приведи там друга, получишь там 50 гривен и так далее. У нас точно такая же партнерская программа работает, по которой
у нас предоставляется право, первое, экономить, а второе, это еще право путешествовать за счет компании. А третье право, это право путешествовать за счет компании, еще и хорошо зарабатывать. Вы помните 300-500 миллионов долларов, куда идут? Куда тратят круизные линии 300-500 миллионов долларов? Они их тратят на рекламу. Так вот, вместо того, чтобы тратить их на рекламу, которую еще нужно где-то увидеть, где-то там подтвердить у друзей, нам эти деньги отдают нам. Компании, вернее, отдают эти деньги нам. И это гениальное изобретение, считаю, Майкла и Фрэнка, вот именно таким образом помогать круизным линиям обеспечивать пассажиропоток. Вот. Итак, 5 клубных подписок, и у вас уже есть право путешествовать за счет компании. Но имейте в виду, что тем не менее, сколько бы мы, так сказать, не хотели, но больше, чем по 200 круизных долларов, у нас нет возможности получать. Поэтому, если вы решили присоединиться к клубу, присоединяйтесь пораньше, потому что у нас работает накопительная система всего 100 долларов в месяц, либо мы себе откладываем, компания их удваивает нам, мы получаем 200 круизных долларов на свой счет на путешествие, либо же компания нам скажет спасибо после 5 клубных рекомендаций, и нам будет на счет откладывать тоже только по 200 круизных. То есть за год это получается 2400 круизных. Это такая ценная наша валюта, которая нам позволяет уже путешествовать безоплатно и брать с собой еще свои семьи, показывать им мир. Поэтому если вы решили присоединиться к клубу, присоединяйтесь как можно раньше. Активируйте свой круизный счет, начинайте уже откладывать. И страхуйте эти деньги от себя самих, потому что если они отложены где-то под подушкой, оттуда легко достать. Здесь Инкрузес вам скажет, не-не-не, ребята, только на путешествие. А вот другие виды оплаты, которые у нас есть, это уже деньги, которыми мы пользуемся, которые мы получаем на свои предоплаченные мастер-карты. Пока что мы пользуемся предоплаченной мастер-картой Pioneer. Но открою вам секрет, что в скором будущем наша компания уже будет запустить, так сказать, в обращение нашу собственную электронную платежную систему, которая будет обслуживать, внимание, всю круизную индустрию. В связи с этим у меня вопрос всегда, ну о каких вообще может быть идти речь, каких-то однодневках, да? Это серьезная компания, которая пришла в этот мир надолго. Итак, что нам компания платит? Она нам платит за каждое наше движение, за каждое наше, так сказать, приглашенного человека. У нас есть так называемые быстрые деньги, это мгновенные бонусы, как вы видите на этом слайде, да? Это бонусы, которые мы получаем мгновенно на свой счет за регистрацию новых партнеров, круизеров. У нас есть деньги, которые нам платят в виде еженедельного бонуса. Это так называемый мэтчинг-бонус, но я не буду вдаваться в эти лаксизмы. У нас есть, то есть это средние деньги, да, и у нас есть длинные деньги, то есть долгие деньги, которые платятся раз в месяц. Это так называемый наш лидерский бонус. Ну и, конечно же, мечта всех, лидерский бонус – это так называемая наша зарплата, которая зависит от количества людей, которых мы пригласили в клуб, и мы, и наша структура. Вот. Ну и мечта всех предпринимателей, знаете, это спать, когда тебе на счет капают деньги. Это так называемый резидуальный доход, это пассивный доход. Это тот доход, который приходит тогда, когда вы спите. Да, у нас такой доход тоже есть. Ну и глобальный вид бонуса – это бонус, который получают наши партнеры, которые вышли уже на ранг борд-директоров, то есть вошли уже в совет директоров. И хочу вам сказать, что этот шанс есть у каждого человека, невзирая на то, когда вы присоединились к круизному клубу, невзирая на то, кто вас пригласил, пригласил вас борд-директор или пригласил вас еще начинающий партнер, не имеет никакого значения. Здесь все одинаковы, у всех одинаковые шансы, и у всех есть возможность войти в совет директоров. Все зависит только лишь от ваших усилий, от вашей фокусировки и от того, сколько времени вы собираетесь на это. Люди, которые сюда пришли уже и вошли в совет директоров, когда они увидели всю ценность и потрясающие возможности этого клуба, конечно же, они сюда пошли как в армию, да, и посвящали этому огромное количество, практически все свое время и дни, и ночи, потому что они сразу видели перспективу этого потрясающего бизнеса. Для кого-то это может быть просто как дополнительный доход к своей основной работе. Конечно же, тяжело перестроиться многим людям и сразу же с головой окунуться сюда, да, но
Мой вам совет: начинайте с того, что рассматривать эту возможность как возможность дополнительного дохода, возможность получения тех же 50, 20, 30 долларов, да, вот. И постепенно-постепенно вы уже увидите, а чему вам в дальнейшем следует уделять внимание. И очень хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на то, что Incruises – это именно тот проект, который вам подарит возможность и финансовой, и географической свободы, и возможности проводить больше времени со своей семьей и проплачивать все свои счета, развиваться ментально, развиваться профессионально, как личность, помогать своим детям, своим близким, менять этот мир к лучшему и путешествовать. Поэтому добро, добро пожаловать. Вы знаете, хочу вам сказать, что да, у нас, как я вам уже перечислила, 5 видов дохода. Один из них мы получаем за присоединение новых партнеров. Это так называемый мгновенный бонус. Этот бонус представляет собой $20 за каждого человека, который к вам присоединился как путешественник, и от 50 до 150 долларов мгновенного бонуса, когда к вам присоединяются полноценные партнеры, то есть те люди, которые хотят и путешествовать, и зарабатывать. Вот. Кто такие полноценные партнеры? Это те люди, у которых уже есть не только допуск к поисковой системе, но еще и допуск к веб-офису, собственная реферальная ссылка. Поэтому они могут и рекомендовать. Если у вас нет реферальной ссылки, соответственно, рекомендовать вы не можете. Поэтому если вы стали только лишь круизером, подумайте над тем и сделайте себе апгрейд, это тоже возможно. Итак, мгновенный бонус для, от туристов мы получаем $20, от полноценных партнеров от 50 до 150 долларов в течение одного месяца. Очень даже неплохая надбавка. И как только к вам присоединилось 5 либо путешественников, либо полноценных партнеров, либо не, все вперемешку, не имеет значения, вы получаете право уже себе не откладывать на круизный счет, а вам компания будет откладывать по 200 круизных долларов каждый месяц. Но по пути к вот этому безоплатному партнерству вы уже от компании получаете те деньги, которые вы тратите на самих себя. И вот как только вы стали безоплатным партнером, в вашей структуре появились партнеры тоже, те люди, которые хотят и путешествовать, и зарабатывать, глядя на вас, они скажут: слушай, я тоже так хочу, и что мы делаем? Мы помогаем этим людям сделать то же самое, помогаем присоединить новых людей, мы растим нашу клиентскую базу. И вот как только ваши, вот в этой всей вот семье, в вашей команде образуется 30 человек общими усилиями, не только вашими, общими усилиями 30 человек образуется, у вас уже появляется возможность получать сколько? Практически $600 в месяц. По-моему, неплохая надбавка к какой-то там зарплате, пенсии и так далее и тому подобное. А с этого момента уже начинается принцип снежного кома. И как только в вашу команду уже пришло 100 человек всех вместе, это уже до $2000 вместе. На этой таблице вы можете видеть, как развивается, как растет доход в зависимости от количества человек в команде. В команде, которая приходит к вам и растет у вас общими усилиями. Ну, думаю, что это неплохо для старта, но расти здесь есть куда. И люди, которые присоединяются с большими амбициями, у них есть возможность получать большие деньги. Стоит только захотеть. Наша компания обладает потрясающим веб-офисом, в котором сосредоточено большое количество тренингов, обучений. У нас проходит обучение в онлайне еженедельно от компании, от различных структур у нас проходит обучение и от конкретно нашей украинской команды, команды Натали Шевелла. Вот за моей спиной вы видите фишечку, такой логотип Грона. Это платформа, на которой сосредоточено огромное количество всевозможных на любой вкус разных тренингов, курсов для любой степени подготовленности, начиная от начинающих и заканчивая там уже растущими нашими звездами. То есть было бы желание, и в клуб приглашаются люди с любым образованием, любого возраста, любого вероисповедания. Главное, чтобы было желание, жгучее желание быть здесь,
жгучее желание путешествовать и, конечно же, готовность обучаться. Всему остальному здесь научат. А на этом слайде вы видите, как мы получаем свои деньги через карточку Pioneer. Но я думаю, в скором времени этот слайд будет заменен на другой. Да, дополнительные программы вознаграждения у нас предусмотрены. И если вот эти 30 человек присоединяются к вам в течение 3 месяца, вам компания платит еще дополнительно $1000, $3000 последующих 3 месяца. 250 круизных дополнительно мы получаем в том случае, если к нам 5 партнеров, полноценных партнеров, присоединяется в течение 1 календарного месяца. Это так называемый продюсерский бонус. То есть вы себя сотворили как полноценный партнер, и вы продюсируете, вы производите таких же партнеров. И вот если так получилось, что вы произвели таких партнеров 5, в течение 1 месяца вам дополнительно еще 250 круизных долларов. Ну и часы Rolex, это если вы не доросли одного ранга до борд-директора. Причин присоединяться у нас не 5, у нас множество причин. Проверенное лидерство – это наше руководство, я уже говорила, Фрэнк Один и Майкл Хатчинсон, потрясающие кризис-менеджеры, потрясающие профессионалы в финансовой сфере, в сфере коучинга, в сфере консалтинга. Но для меня самое главное то, что это те люди, которые на протяжении всего периода времени, как только я присоединилась к Инкрузесу, они постоянно со мной. Как я говорю, это мои мама и папа. Я не чувствую себя здесь брошенным котенком в океане. Я чувствую себя вполне комфортно. И даже в период пандемии, когда никто из них не приехал в Украину, а, как правило, они приезжают в те страны, которые присоединяются к нам. Да, они каждый год путешествуют, приезжают для того, чтобы провести встречи со своими партнерами. Но в период пандемии я не почувствовала себя брошенным котенком, а даже наоборот. И это потрясающе, потому что я вижу, насколько трепетно относятся эти двое людей к своему проекту, как к своему ребенку, и насколько трепетно относятся к нашим партнерам, ко всем без исключения. И именно этим меня этот проект еще больше привлекает. Вот я очень благодарна судьбе, благодарна этим людям, и считаю, что они просто потрясающую возможность дарят очень многим людям и осуществляют мечты. Как я уже говорила, индустрия у нас одна из лучших, одна из самых богатых, и эта индустрия оценивается, вообще индустрия туризма оценивается в $8 триллионов, но наша индустрия круиза уже оценивается в $2 триллиона. И наш сегмент будет расти и дальше, потому что все больше и больше людей хотят путешествовать. 95% репотребляемость продукта круизного отдыха. Это значит, что 95% людей, один раз побывав в круизном отдыхе, выбирает его как постоянный. Вот по себе сужу, по своим, так сказать, партнерам, людям, которые присоединились к нашему клубу. Знаете, я уже не рассматриваю наземный отдых, мне уже кажется, ну хорошо, я побуду там 2-3 дня, скажем, в той же Турции, да, посмотрю и так далее, и сразу же погружусь на лайнер и отправлюсь в путешествие. Времени мало, ребята, сколько нам с вами лет? Сколько еще осталось? Но ведь хочется увидеть весь мир, особенно после того, когда вы поняли и увидели, что на нашей поисковой базе можно заказать абсолютно все, и это все по совершенно доступным ценам. А мало того, нам еще компания дарит возможность, слушайте, зарабатывайте, потому что если есть еще в нашей базе те круизы по сумасшедшим, так сказать, ценам для нас, да, так мы вам даем возможность заработать. Заработайте и отправитесь и в те круизы. Заработайте, отправитесь в персональные круизы, на персональных практически у нас есть маленькие такие небольшие лайнеры по типу яхт, да. Вы и туда отправитесь, потому что мы из вас продюсируем кого? Богатых клиентов. Разве можно говорить о каких-то однодневных проектах? И вот слайды уже устаревают, и они не успевают за нами обновляться, потому что у нас 178 стран за 5 лет, сайт на 17 языках, в скором времени будет 18 язык, и огромное количество, сотни тысяч партнеров нашего клуба просто изменили свою жизнь к лучшему во всех отношениях, а за время пандемии выросли еще, образовались, мы не тратили время зря, мы не сидели, не ждали, не охали, не ахали, ой, что же будет завтра, а сейчас же локдаун, а как же в круизы, а круизов нету, ну и что, что их нету, ну будут, они не пропадают, они все равно есть, и с июля месяца по середину декабря прошлого года было осуществлено огромное количество круизов, 250 круизов, да,
И огромное количество, 30 только тысяч людей перевезла им массив грандиоза. Они не останавливались. Они продолжали курсировать, да, немножко ограничено. Ну и что? Но они же будут. Но пандемии не навечно. И я уверена, что в этом году уже, судя по тому, какие уже соглашения подписываются и в Евросоюзе, и какие намечены планы, круизы будут восстановлены практически в полной мере. Да, сейчас вот эти вопросы оговариваются, точно так же, как были приняты новые протоколы безопасности пассажиров, которые показали с июля по декабрь, что все работает, и ни один пассажир на круизном лайнере не заболел. Значит, все работает, и все будет работать. Но те люди, которые сидят и ждут, и плачутся в жилетку, вот спроси, давайте спросим их, слушай, ну если сегодня вот объявят локдауна, нету, все, карантина нету, садись, едь. Ты сможешь поехать куда-то? Нет. Почему? Денег нету. Таких и не будет. Значит, надо что-то сделать, значит, надо над этим задуматься. А может быть, хватит уже Турцию с Египтом, да, не надоело? Я понимаю, что многие не путешествовали в Турцию с Египтом, а все-таки подумать над тем, что наша жизнь, она имеет свойство заканчиваться, и нам хочется увидеть этот мир не по телевизору, знаете, как раньше говорили, не через клуб кинопутешественника, а собственными глазами. И когда есть такая возможность, почему же нет, если да, знаете, да или да, так все-таки да. И вот, вы знаете, я за это обожаю наш круизный клуб, потому что сюда реально приходят разные люди. Но те люди, которые умеют мечтать, которые умеют строить свои планы, осуществлять свои мечты, а если никогда не задумывались, то начинают задумываться, что если вы не имеете, если мы не имеем свои планы, свои мечты, то что будет? То мы будем жить сериалами чужой жизни, виртуальной чужой жизнью. Мы всегда будем вовлечены в чьи-то планы. Нас будут использовать, кто-то будет использовать. Не мы сами будем выбирать, что мы хотим в этой жизни делать. Можно же сидеть под пальмой, да, можно жить в Африке, можно ходить на работу, можно путешествовать, можно все что угодно делать. Это наш выбор. Не того босса, на которого вы работаете и держитесь за эту зарплату. Используйте эту возможность. Пойдите сначала попробуйте себе дополнительный доход получить. Пойдите попробуйте себе сэкономить денежки на свое путешествие. Попробуйте отправиться, у вас эта возможность есть. Не хайте то, в чем не разбираетесь. Посоветуйтесь со специалистом. Не приходите и не советуйтесь с теми, кто не знает даже. И, конечно же, не предполагает. И, конечно же, скажет, нет, это невозможно, это какая-то пирамида. Потому что люди не разбираются. Научитесь разбираться, не умеете, приглашайте к специалистам. Если вам нужно оценить стоимость бриллианта, вы не идете на базар. Вы идете к кому? Вы идете к ювелиру. Так вот, пожалуйста, если вы хотите, чтобы кто-то оценил стоимость вот этого, а это бриллиант в нашей короне, приводите людей в клуб, советуйтесь с профессионалами, советуйтесь уже с партнерами, у которых есть богатый опыт, но не с теми, кто в этом совершенно не разбирается. Пусть даже потрясающие люди, пусть даже это мама и папа, пусть даже это муж или дети, которые типа где-то получили образование, но не здесь, они этого не знают. И вот эти вот люди, которые на вашем слайде сейчас, это те люди, которые пришли сюда еще 4-5 лет назад, когда еще не было 5000 круизов, когда было 30, когда не знали, будет, не будет, сайт только на английском. Боже мой, как же ж так, да? И вот они пришли из истории Антонио Мартинеса, да? 4 месяца откладывал, на 4 или 5 месяц отправился в круиз со своей компанией. И говорит, да я даже не думал, что эти круизы состоятся. На сегодняшний день этот человек вошел в совет директоров. Молодой парень, 32 года. Тогда ему было 27, когда он приехал к Сантьяго, тоже потрясающая история, в Пуэрто-Рико. Да, он начал зарабатывать, у него уже было около $1000, но этого хватило только на билет в один конец. И в 27 лет он приехал 47-летнему Сантьяго рассказывать о том, что такое круизный клуб, какие здесь возможности. А тот сидел и слушал его, и думал, боже, 27 лет мне рассказывают о каком-то круизном клубе. А в это время он ремонтировал вышки для мобильной связи. И на сегодняшний день оба находятся здесь, в совете директоров, и получают самое высокое вознаграждение от компании. Но у них это получилось. И Сантьяго для меня вообще потрясающий человек. Я не знаю таких больше. Потому что когда мне говорят, нет компьютера, нет того, сего, там мама сказала, папа сказал, этот сказал, тот сказал.
У него не было даже дома. У него ураган разрушил дом. У него не было мобильного телефона. Ну как ему удалось? Как ему удалось? У него было жгучее желание. У него было видение, у него было понимание, у него была перспектива. И вот он поэтому здесь. Если у вас нет этого видения, перспективы, послушайте истории этих людей. Посмотрите на этот слайд. Это не просто люди, это не артисты. Это живые люди. Вот первая справа – это Натали Шевелла и Диана Борщенко, наши украинские, так сказать, партнеры, которые пришли сюда тоже далеко не все в шелках и в золоте, а пришли сюда с долгами и сделали этот бизнес и доказали своим трудом, своим существованием, что это можно уйти из минус 40 тысяч в плюс 137 в месяц. Когда некому было звонить, потому что всем должны, да? Мне эта фраза нравится. Некому было звонить, потому что всем была должна. А когда вы никому даже не должны, а где-то там что-то там пытаетесь. Есть телефон, есть куча людей. Как вы считаете, все вокруг вас, люди вокруг нас, в интернете, где угодно, они не хотят путешествовать? Как вы считаете, они не хотят тратить меньше, зарабатывать больше? Они не хотят тратить меньше и путешествовать больше? Конечно, хотят. Им сложно в это поверить. Так вот, я вам хочу сказать, приглашайте людей на презентации, приглашайте на консультации, приглашайте на встречи к нам сюда, к вашим спонсорам. Им здесь все подробно расскажут, что, как и почему. Я, по-моему, сегодня уже вам попыталась показать, откуда у нас деньги, откуда нам так хорошо платят. Вот. Но на этом слайде множество людей из разных стран. Это и Казахстан, вот две девушки, это и Ольга Родниченко, номер один, борт-директор. Это и молодые ребята, опять-таки молодая команда из Испании, Андорры. Это Сингапур и Корея. И здесь можете быть и вы. И здесь может быть кто-то из ваших друзей. А может быть вы кого-то найдете, вы откопаете какой-то бриллиант, и который станет, украсит корону нашего инкрузеса. Все в этой жизни возможно. Позволяйте себе мечтать. Вы знаете, есть такой секрет. Мечты имеют способность сбываться. Мечты имеют способность реализовываться. Надо только, знаете, почаще мечтать, и тогда все станет хорошо. Итак, вы уже поняли, что для того, чтобы стать круизером в нашем клубе, достаточно себе активировать круизный счет, депонировать туда $100, застраховать их от самих себя, продолжать накапливать, компания будет их удваивать, и вот ваше путешествие уже готово. Получаете доступ к нашей круизной базе, сразу же можете присматривать себе круиз, составьте себе планы, куда хотите отправиться, и будете понимать, сколько денег вам для этого надо. В любом случае, в 100% случаев, у вас всегда будет выигрыш. Если же вы хотите стать еще и партнером, то есть таким человеком, как я, который будет и путешествовать, и зарабатывать, тогда вам придется заплатить компании, да, сумасшедшие деньги, $195 за целый год. За год право рекомендовать, за право пользоваться потрясающим мирового класса веб-офисом, в котором все абсолютно есть, вам не надо изобретать велосипед. Вам компания дарит эту возможность, я считаю, дарит за $195, потому что купить любую лицензию на открытие любого самого местечкового мелкого бизнеса стоит значительно больших денег. Так вот, компания дарит эту возможность, только говорит, слушай, на тебе, ты получишь возможность оплатить свои счета, ты получишь возможность дать образование детям, ты получишь возможность детям показать мир. Ты получишь возможность путешествовать, ты получишь возможность личностного роста и развития. Вот за эти сумасшедшие деньги мы тебя всем обеспечим. И вот вы заплатили $195 за целый год, аж $15 в месяц, и вперед из песни. У вас открыты все дороги. Любая страна мира, за исключением 8 стран, у которых Соединенных Штатов Америки нет экономических взаимоотношений. Это такие, как Сирия, Ливия, Сомали, Иран и так далее. То есть все, весь остальной мир открыт. Вы знаете, сегодня, я вам хочу сказать, я уже иногда смотрю, ко мне стучатся люди из Уганды, из Ганы. Все возможно, можно и там. Норвежская команда работает таким образом, что у нее целая структура в Гане, оказывается, развивается. А ко мне сегодня постучался молодой человек из Сенегала. И он говорит, слушай, говорит, так и, он, находясь в Африке, он тоже прощелкал этот проект. Он говорит, мне так понравилось, ты мне расскажи, пожалуйста. У нас, правда, разница в языках, потому что он говорит на французском. Я ему говорю, слушай, я тебе пришлю ссылку на французском языке. Я не говорю на французском.
хорошо пойдет. Вы понимаете, какие возможности? Вы можете этот бизнес развивать глобально, иметь друзей по всему миру. Мало того, это еще вас подтолкнет к тому, чтобы изучать языки. Потрясающий веб-офис со всеми возможными ресурсами, инструментами в вашем распоряжении. Решили стать полноценным партнером? $295. Не тратьте время и вперед. Начинайте уже включаться. А включаться очень просто. Что для этого нужно сделать? Для этого просто надо обратиться к человеку, который вас пригласил на презентацию, который вас пригласил в этот офис, который вас пригласил на онлайн-презентацию, и взять у него реферальную ссылку, зарегистрироваться, просмотреть сайт, выбрать себе опцию, зарегистрироваться как полноценный партнер, пройти курсы, которые там есть бесплатно, вас уже научат чему-то, и включиться в командную работу. Да, нужно быть в системе. Нужно посещать онлайн-мероприятия, нужно посещать офлайн-мероприятия, нужно потихонечку включаться в эту жизнь. И хочу вам сказать, я обожаю в нашем проекте, знаете что? Что у нас сайт открывается, и там идет такая, значит, сразу же идет надпись такая. Попробуйте жизнь в стиле Инкрузес. А мне хочется сказать, попробуйте, ощутите даже ее на вкус, что это такое. Это не просто путешествие, это вы будете жить так, как я. Вы уже будете жить этим. У вас уже внутри все ваше существо будет говорить вам: слушай, это так потрясающе, и это правда. И знаете, многие люди сейчас говорят там, особенно у нас, это как правило у нас на нашем постсоветском пространстве, пирамида, ой, там еще что-то, фигня. Пришла мама к дочке, дочка сидит там, ничего не делает, да, фигня, мама. Мамы пишут вот эти вот глупые, бестолковые петиции, непонятно о чем, не разобравшись. Ребята, не опускайтесь до уровня плинтуса. Ну вот скажите, пожалуйста, на чем это основано? На мнении человека, который никогда об этом не знал. Ему простительно, а вам... После того, как вы уже слышали вот эту презентацию, извините, не совсем простительно, потому что вам партнеры наши пытаются показать все преимущества, все потрясающие возможности, вам партнеры открывают это все. Будьте любезны, хотя бы разберитесь, почему больше доверия к какому-то Васе, который делает какое-то непонятное видео, почему-то заказу в YouTube, почему к нему большего доверия, чем к тем, кто уже это попробовал на вкус и цвет и на запах. Вы не задаете себе этот вопрос? Не унижайте себя до уровня плинтуса, покажите себя образованным человеком. Опирайтесь на факты, на официальную информацию, которая нигде не скрывается, она у нас на сайте. Просто спросите, а где я могу посмотреть официальную информацию? И вы получите этот ответ от нашего, от спонсора, от человека, который вас пригласил. Так вот, информация о том, что у нас все наши платежи страхуются Trust My Travel, она у нас на сайте, ее никто не скрывает. А что такое страховка Trust My Travel? Знаете, мне очень понравилось вчера Александра, мой партнер, позавчера на вебинаре сказала, слушайте, говорит, для меня было открытие, оказывается, каждый наши $100 страхуется. Да, Сашуня, страхуется. Каждые $100, которые мы откладываем себе на круизный счет, и они переводятся в 10 круизных, страхуются. И все наши платежи проходят через трастовые счета. И есть такая замечательная компания Trust My Travel, которая покрывает все страны, и все уважающие себя туристические операторы пользуются этой страховкой, в том числе и мы. И я, когда даже доплачивала $1.62, мне компания прислала уведомление, что оно застраховано тоже. Понимаете, я с карточки докладывала. Но это просто фантастика. О чем еще говорит эта страховка? О том, что в случае гипотетического банкротства все наши денежки, которые мы себе откладывали, нам будут возвращены в целости и сохранности. Конечно, не в удвоенном размере, но те, которые мы туда задепонировали, они к нам вернутся. Что еще это значит? Это значит, что если нам не предоставлена услуга по вине третьей стороны, то есть по вине круизной линии, например, или там по каким-то форс-мажорным обстоятельствам, не от нас зависящее, тогда мы получаем все наши деньги обратно в 100% объеме. Что, собственно говоря, и случилось во время пандемии. Все наши деньги вернулись обратно на наши круизные счета. Ни одного доллара не было потеряно. Мало того, те деньги, которые были доплачены иногда с банковской карты, туда тоже вернулись всем в 100% объеме. Ну, фантастика. Вы знаете, ни одно турагентство вам этого никогда не
прогарантирует. У нас существует 14-дневная гарантия возврата средств. Для нас это не проблема. В соответствии с законом о защите прав потребителей в течение 14 дней передумали, не вопрос, причину указали, и не указали, неважно, вам компания возвращает ваши деньги обратно. Хочу вам сказать, что компании не нужны ваши деньги, компании нужны туристы, компании нужны партнеры, компании нужны люди, которые будут продвигать. Поэтому, не захотели, и не надо. Это ж такое дело. И хочу вам сказать, слайдов здесь нету, но от себя хочу добавить, что мы обладаем этой информацией на сайте, мы обладаем лицензиями во всех штатах, необходимой для того, чтобы осуществлять нашу деятельность глобально. Это Вирджиния, Флорида, Йова, Вашингтон, Хавайи и Калифорния. И номера этих лицензий есть у нас на сайте, можно Sell of Travel, можно открыть официальные сайты этих штатов, вбить туда номер и проверить, так это или не так. Компания наша зарегистрирована в штате Делавэр, вот здесь вот можно видеть, и на сайте тоже найти информацию о том, что она у нас была зарегистрирована 24 августа 2015 года, День незалежності України, ще вас поздравляю. Да, номер регистрации есть, это тоже можно официально проверить. Секретов ни от кого нету. Есть официальная информация, пользуйтесь этим. Чего-то не понимаете, спросите. И, конечно же, хочу сказать, что это, знаете, наверное, это подарок с небес, но это именно тот проект, это именно та компания, которая стоит того, чтобы в ней, ей посвятить не просто какое-то время, а посвятите ей свою жизнь. Потому что вы в правильном месте, с правильной компанией, в правильное время, невзирая на то, что пандемия. Мы остаемся на плаву и останемся еще надолго. Поэтому добро пожаловать. Это то решение, которое следует и нужно принять, присоединиться к компании как можно раньше, для того, чтобы начать накапливать свои круизные доллары. Потому что количество круизных долларов ограничено по времени. А как только открываются границы, вот я уже заказала один круиз, сейчас мы с девочками думаем уже другой круиз. Да, не на май, не на июнь, уже на август, на октябрь, на декабрь, на январь следующего года уже Австралию, Новую Зеландию. Да, жизнь продолжается на этой пандемии. Она не заканчивается, будет продолжаться. Вот поэтому добро пожаловать в наш круизный клуб. Мне очень-очень-очень хочется, чтобы вы ощущали те эмоции, которые ощущаю я и все наши партнеры. И мне очень-очень хочется, чтобы вы открылись этому миру. Откройте свое сердце, откройте свой разум к восприятию. Когда начнете воспринимать это, вы поймете, насколько это здорово. Когда вы проникнетесь всем этим, у вас будет чем делиться с другими людьми. И это тоже очень важно, потому что отдавая, вы будете получать. Потому что приглашая людей в наш клуб, мы приглашаем большее количество людей путешествовать. Путешествуя больше, мы больше познаем, мы развиваемся, мы меняем свою картинку, мы перезагружаемся, мы приезжаем из путешествий совсем другими, не такими, как мы туда отправляемся. Мы делаем все вместе этот мир лучше. Добро пожаловать в Uncruises. Я всех вас жду. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Мне хотелось, конечно, присоединить еще Александру, но, видимо, уже не получится, она уже куда-то пропала. Я думаю, что я вам дала достаточное количество информации, которой следует уделить внимание, потому что такие проекты не приходят каждый день. И большое вам спасибо за внимание. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать на наше совместное мероприятие, добро пожаловать в Турцию в апреле на обучение, добро пожаловать в Uncruises. Всем спасибо, пока-пока.